Шахматы учат правильно оценивать свои силы, анализировать, логически мыслить, не говоря уже о том, что шахматы развивают память, сказал в свое время 12-й чемпион мира шахматист Карпов. В Югостинском государственном университете особое внимание уделяется работе спортивных секций, среди которых особое место занимает секция шахмат. Президент Федерации шахмат, руководитель секции шахмат Георгий Шавлохов рассказал о работе секции за предыдущие годы. Отметил, что современные поколения шахматистов приятно радуют стремлением к победам в этом интеллектуальном виде спорта. По инициативе Вадима Бутазовича в этом году, 4 декабря, будет проводиться открытый чемпионат йогу. Это уже второй такой турнир, который проводит наш университет. В прошлом году мы тоже провели чемпионат йогу, но он был закрыт. Он проходил исключительно среди наших студентов. В этом году было принято решение Вадимом Бутазовичем провести турнир на более таком высоком уровне. Будет приглашена еще и общественность республики. И примут участие в турнире не только шахматисты нашего университета, но и другие шахматисты республики тоже. А турнир будет проходить по быстрым шахматам. Мы закончим в тот же день. Ориентировочное число участников около 30 человек. И по силе, и по масштабу этот турнир будет сопоставим и даже более сильный, чем чемпионат республики, который мы проводим. Президент Федерации шахмат, руководитель секции шахмат Георгий Шавлохов рассказал о работе секции за предыдущие годы. Отметил, что современные поколения шахматистов приятно радуют стремлением к победам в этом интеллектуальном виде спорта. В этом году в нашем университете мы провели целый ряд турниров. Например, в мае прошел шахматный турнир, посвященный Дню Великой Победы. Был организован и проведен совместно Федерацией шахмат Республики, Государственным университетом при поддержке Россотрудничества. После этого был проведен мемориал Валерия Губозова, известного в республике журналиста, бывшего писателя, ученого, бывшего заведующего кафедрой журналистики ЮГУ и человека, который воспитал целую плеяду югостинских шахматистов, в том числе тех, кто создали Федерацию шахмат республики. Шахматы у нас в республике развиваются, и очень большой свой вклад вносит наш университет, предоставляя и помещение, и шахматы, инвентарь для шахматистов республики. И в деле развития шахмат в нашей стране ЮГУ занимает очень высокое место. Мы уже обозначаем для себя такую очень высокую мерку. И Вадим Бутазович, мы хотим поблагодарить его от лица всех шахматистов республики, потому что он регулярно нам помогает, и он очень сильно способствует тому, чтобы шахматы в республике развивались. Приятно видеть и слышать об увлечении людей разных возрастов этим прекрасным видом спорта. Всех желающих ждем в шахматном клубе ЮГУ. Элина Пухаева, Алена Кочьева, ЮГУ ТВ.